Правительство подготовило меры поддержки застройщиков в переходный период. Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени. В том числе речь идет о налоговом послаблении при передаче социальных объектов, построенных за счет инвестиций местным органам власти. К тому же руководитель ведомства отметил, что земельные участки под строительство жилья необходимо передавать уже с готовой инфраструктурой. Потому что мы прекрасно с вами знаем, что если даже они построят эти квадратные метры, значит, в чистом поле без инфраструктуры, то продать они их не смогут. Сегодня уже наши граждане привыкли к определенной среде, к получению, значит, определенных услуг там, где они живут. И, естественно, те микрорайоны, которые в чистом поле, к сожалению, у нас такие отрицательные примеры есть по Российской Федерации, конечно, там практически продажи стоят.